21 апреля кинотеатр «Горняк» приглашает всех желающих на показ любительского кино. Фильмы сняты в Магадане и области. Это материалы участников кинофестиваля «Северный формат 2021». Фестиваль проводят для поддержки колымских кинематографистов, чтобы популяризировать их творчество. Сам показ осуществляют в рамках Дня местного самоуправления и марафона добрых дел. Начало сеанса в 12:30, большой зал. Возрастное ограничение 12+. Вход свободный.